Вышла в огород. Вот смотрю, вся капуста полопалась. Нужно теперь ее обрабатывать, резать или солить что-то. Мята вот, уже пора мяту собирать, надо было давно собрать. Все откладывала. Вот сейчас решила сегодня не откладывать мяты, нарвать. А то потом он начнет желтеть. Уже, наверное, польза от нее не такая будет польза. Вот она уже отцвела. Ее, по-моему, надо собирать, когда она цветет. В начале, может быть, лето, я не знаю. Вот, я вот решила сегодня собрать мяты. И листики сейчас обрежу все. Помою. И поставлю сушить. Вот, за несколько дней она высохнет. Я ее в коробочку сложу. И будет у меня на зиму чай с мятой. Мята хорошо расширяет сосуды, мята успокаивает нервную систему, поэтому мяту полезно пить иногда с чая, ну, вместо чая. Вот сделала сегодня пирог, такой вот спекла на скорую руку, быстренько-быстренько, песочный пирог. Чай с мятой себе налила. Вот мяты нарезала, насушила. Нарезала листики все. Обобрала, промыла, поставила сушить. Вот решила попить чайку с мятой. Такой пирог. Тыква, яблоко, корица. Начинка такая у пирога. Не знаю. Когда что-то делаю, хочется еще, ну, за какие-то заготовки, хочется еще спечь что-нибудь. Вот мяты вот такой я сегодня нарвала, нарезала, промыла, нарезала, поставила сушить на зиму. Мята всегда, каждую зиму я собираю, режу, сушу, складываю ее. Вот. Мята хорошо, также можно даже мяту использовать не только в чай. Можно вот венички делать с мяты в баню, вешать, чтобы запах такой был. Вот я вот тоже немножко сделала венечко из мяты. Но это я подвешиваю, тоже просушу мяту. Вот. Мяту можно в подушки ложить, такие подушечки делать. Вот это вот я сегодня сделала салат осенний. У меня остались большие огурцы, которые куда их банку их не посолишь. Я их вот нарезала разными квадратиками и сделала вот такие 7 баночек. Там, короче, овощи все, кроме огурцов, там помидоры, капуста, перец, лук, специи. Вот это все я сделала. Всем пока, доброго дня, хорошего настроения. Удачи!